Друзья, всем привет! Всем приветище! Продолжается сушка. Я увеличил на час. Оно, вот эта сушилка, неравномерно сушит. Низ высыхает быстрее, чем верх. Ну, вот уже это готовые штуки для увеличения срока хранения. Их можно завакуумировать и в холодильничек. Я забыл сказать, что после засолки и добавления специй 12 часов вот эта смесь фарша должна мариноваться в холодильнике. Но оно того стоит. Поверьте на слово. Чего, собакин? Опять жара, опять 36. О, а кто это у нас тут? Ого. Бока наел. Эй. Кисюня моя. Сэмик. Сэмик. Так, крепенько спит. Щуки на лапу положил. Что, пахнут руки, да? Эх ты мой, ты кисюня такая мягенькая. Вот так. Ты смотри, тут сползешь сейчас вниз. Неудобно. Но все равно мостится. Все, умастился. Умастился. Красавчик. Ладно, спи. Ого. Туда-то мыша, наверное, пешком пройдет. Ну, тут вчера так хорошо полил. Здесь сегодня дополнительного увлажнения не требуется. Ух, ляпота. Что это у нас там дальше? Походу, они тут все валяются. Это у нас пуня. Пуня. Ага, это пуня. Это у нас Маня. Манечка. Кисюня, ты у нас персик молодой. Эй, какие они грязные все, елки-палки. Все в земле. Ха, лапки расставила, тапочки беленькие. А потом уже в таком состоянии они в грязном, я имею в виду, виде. Лезут все на диван. Да, все коты без движения. А вон Люся валяется. Люся. Голова вся в этом земле. Да. Рыжий где-то бродит. Не видно его. Пойдем. Зайдем, посмотрим в тепличку. Потихонечку все это дело у нас увядает. Ну, еще довольно-таки. Вон пленка все, хана. Вот эта жара разрушила пленку. Вот, видите, как здесь пленка вторичная, вторичной переработки. Нормально себя чувствует. Ну, ладно, уберем, другую натянем. Это не самое главное. Вот, видите, как еще поспевают помидоры. Краснеют он там, два штучки. В общем, тут теплица, жизнь продолжается. Да, друзья, вот эти пивчики, они мне здорово помогли, когда у меня был процесс моего похудания. Они так вот, их съешь там один, и они такие сытные. А вроде как и поел, а вроде как и не поел. Ну, в общем, перебивало чувство голода капитально. Где ж рыжий? Рыжий где-то бродит. Вот он, моя прелесть рыжая. Кисюня моя. Иди сюда, иди. Ее так избирательно лапками наступает. Иди сюда, мой кот рыжий. Эх ты. Мой ты красавец. Тоже жарко, да? Давай, поглажу. Поглажу. Это Кисюня, красавец. Так, надо ж даме внимание уделить. Привет, привет. Хвост не останавливается ни на минуту. Яка любов. Мягенький котик мой. Дрыги, дрыги, дрыги. Вот так. Что, что-то унюхал.
Пошли. Жара сумасшедшая. Здесь у нас оазис. Ввиду того, что близко вода, идет естественный полив. Ух, пахнет. Вот эта штука. Здорово. Прям так аж яркий запах такой. И мухи. Мух, тьма. И жара, наверное, как-то влияет по-особенному на некоторых водителей. Не, даже есть водители, а есть водятлы. И вот эти водятлы, я сегодня ехал, я в шоке был. У меня глаза были и везде, и на ушах, и на спине. Кошмар. На красный свет поехал. Надо повернуть без обозначения предполагаемого маневра. Хоп, просто повернул. Ну, в общем, жесть. Рыбачок сидит с той стороны. Он какой-то смог, видите? Где-то что-то горит. Да, над городом с той стороны, восточная часть, северо-восточная, там какой-то смог. Травище, кошмар. Ее еще больше и больше. Эта вся трава упадет на дно, будет бродить, перегнивать. Ну, с другой стороны, в те же годы тоже, наверное, такое было. Но в том году вот это, такой травы не было, по-моему. Хотя можно посмотреть. Кошка не может до воды дойти. Люся, что вода кончилась? Ага. А тут вот лапа у меня схожая, на утки ходили, наверное. Вот у сына, наверное, такой толстый. У тятеньки покушал. Бульбы идут со дна, и Люся смотрит. Чего там, Люся? Так, лебедей нет. Будьте любезны. Спасибо, пожалуйста. Даже сегодня кабачковой икры нажарили. С таким пассированным лучком. Перчик черный, молотый. Обязательно туда. Немного чесночка, соль, сахар там естественный. Ух, ишь, обалденная вещь. Я прям, уже нету, уже всю сковородку съел. А вот у нас гасконец. Кисюня моя. А кто будет умываться? Я? Вот такой. Морда заспанная до сих пор. Да, кися? Увидел с той стороны рыбака. И сразу так, оп. Смотрите, как у него морда серьезная. Он вообще на камеру внимания не обращает. Рудик. Брови такие у него сразу. Реснички. Ну, он мало видит посторонних людей. Для него это, как бы, не знаю, какая-то диковинка. Гости не так часто приходят. Ты... Пойдем. Нагулялись, пойдем в дом. Там вкусняшечка есть, витамишки. Ух, ему хуй сколько над ухом жужжит. Там надо сейчас, кого-то увидел впереди. Сейчас надо и выключать эти пивчики, забирать дом, потому что там такой рой образовался. Ос. Они же на мясо такие падки, но там хорошо, что нету щелей, через которые не могут туда попасть. Сейчас, подожди, выключу. Выпущу тебя во дворе. Пойдем мы, друзья, в дом. Всем хорошего, мирного, тихого вечера, ночи. Всем всего самого наилучшего. Всем огромное спасибо. Остаемся на связи, друзья. Всем-всем пока.